же привет, девчонки и мальчишки! Сегодняшняя тема у нас будет очень животрепещущая. Я думаю, что практически каждая девушка, да я думаю, даже и парень, встречалась с такой проблемой, как черные точки. Эти ненавистные, боже мой, черные точки. У меня была просто жуткая проблема с черными точками где-то до 21 года. На носу, вот здесь вот на крыльях, на переносице, в общем, везде были просто ужасные расширенные поры. И давайте начнем с того, почему это происходит. Наша кожа производит кожное сало. Если мы неправильно очищаем кожу, то оно накапливается у нас в поре. Пора постепенно начинает расширяться, кожное сало все больше и больше у нас скапливается, то есть пор становится все шире и шире. И по мере того, как наше кожное сало накапливается, потому что мы его очень плохо очищаем с кожи, оно начинает окисляться на воздухе, и тем самым появляются вот эти вот черные точки. Но сегодня я вам расскажу о суперсредстве, которое очень хорошо борется с черными точками, я вам это обещаю. Это вот такая вот маска на основе вулканической глины от Innisfree. Это, по-моему, корейская косметика. Вот такая вот у меня баночка. Вы простите, она у меня вся такая уже заляпанная, грязная. Просто она у меня уже заканчивается, осталось совсем чуть-чуть. И очень-очень давно я, по-моему, рассказывала вам о ней. Но вы, наверное, уже не помните точно. Здесь 100 мл, хватает достаточно надолго, могу сказать. Единственное, что под конец, когда уже начинает заканчиваться срок годности, она сама уже заканчивается, она начинает немножко подсыхать, ее просто чуть труднее будет наносить на лицо. Итак, а теперь немножко подробнее об этом просто чуде-средстве. Это у нас маска на основе вулканической глины. В состав также входит экстракт зеленого чая и минеральная вода. Это у нас органический продукт. Ее можно наносить на все лицо, я наносила ее как раз таки на все лицо, а не только локально. Можно, конечно, локально, если вы хотите. Она создана специально для жирной проблемной кожи, которая борется с высыпаниями, с закупориваниями пор, с черными этими ненавистными точками. Это просто бомба, это супер-супер вещь, я вам это обещаю. Эту маску нужно наносить на чистое лицо, когда вы уже умылись, смыли всю свою косметику. На 10-15 минут она ждете, она так начинает уже просто подсыхать, в принципе, как обычная глина, если вы пользовались, и потом ее смываете. Я уверяю вас, что даже после первого применения вы заметите результат, так что, девчонки, все, кто борется давно с черными точками, пожалуйста, обратите внимание на вот эту вот маску, она очень-очень крутая. И для тех, у кого жирная проблемная кожа, она очень хорошо, кстати, ее подсушивает, не высушивает, не супер там пупер стягивает, но именно так немножко подсушивает, и достаточно приятное ощущение. И вообще после этой маски кожа очень чистая, очень гладкая. Мне безумно просто нравится этот эффект вот такой вот чистой кожи. Я люблю, чтобы кожа моя была прям чистая-чистая. Ну вот я думаю, вы понимаете такой эффект. По-моему, где-то приблизительно она стоит, должна стоить где-то 550 рублей или вот что-то такое. Если вы, допустим, вобьете ВКонтакте корейская косметика, то я уверена, что эту маску вы там точно обнаружите. Я не буду вам рекомендовать какой-то определенный магазин, потому что их очень-очень много. Конечно, от черных точек также прекрасно помогает косметолог. Это сходить на чистку. Многие боятся, что после чистки поры все такие широкие и туда бесконечно будет попадать грязь, я не знаю, кожное сало выделяться, и опять будет возникать черные точки. Это все глупости, это все бред. Я могу сказать, что благодаря вот этой вот маске, также я ходила, периодически даже хожу на чистки, у меня нету вообще черных точек, у меня поры не стали гораздо шире, чем они были, они наоборот даже немножко сужаются, потому что вы всю эту грязь вытягиваете, и пора сама по себе немножко сужается. Вот, так что не бойтесь, ходите на чистку, пользуйтесь вот этой вот суперской маской, я думаю, что она вам обязательно поможет. Всем вам желаю удачи, мы с вами увидимся очень скоро, всех вас очень сильно люблю, целую, пока-пока.